Всем привет! Это продолжение FIFA сериала в мире Endless Legend. На этот раз я играю за неистовых магов. Если вы смотрите это видео не в день выхода, то могу сказать, что это не первая серия. Так что переходите лучше к первой серии, ссылка на нее в верхнем правом углу в виде белого кружочка с буквочкой I, и начинайте просмотр с самого начала. Ну, а всем остальным я желаю приятного просмотра. Блин, что это за эксклюзив? Такие какие-то слабые. О, бонус к прогрессу от хранителей. У меня как 2 города стало, я наконец смог в первый раз за всю игру активировать ресурсы роскоши. Я за игру ни разу ничего не активировал. Ну, это нормально. А как у тебя со счастьем было? У меня с счастьем было ужасно. Потому что у меня на моей территории только одно месторождение изумрудов было. И 6 городов. Вот бы зима следующим ходом не кончилась. Сейчас все-таки. Прямо патриотизм. Спали ее все, зато патриотизм. Надо ж тебе народ как-то отвлекать от проигрыша в войне. Да ладно. Они все равно мертвые, все равно. Зачистить как-то эту местность, конечно. Но как, не знаю. Ну что, надеюсь, не настанет ли это все-таки. Мне этим ходом еще надо руинку обследовать. Отлично. Очков престижа в течение 5 ходов. По-моему, у меня есть такой город. А именно Карандар. Да. Thank you.
Так, экстрактор мифрила. Извините, не выбрал. Так, давайте-ка у фанатиков поставим оружие второго уровня из адамантия. Какой-то только что ачив какой-то получил, ландшафтная архитектура, видимо, за улучшенный экстрактор. Отлично. То есть я больше стал добывать. Какому хранителя? Армия. Гвардедд. Урон 93. Инициатива 99. Так, мне, видимо, надо начинать армию строить. Ну вот, сейчас броня откроется. Собственно. С другой стороны, там дорого. У меня нету столько адамантия. Надо как-то с мифрилом. Давайте-ка. Мифрил, а броня будет из адамантия. Ну вот против морпехов, видите, обостренные чувства. Неплохо. Здание, кстати, изменили. Национальный военный колледж. Раньше он давал 100% атаки для всех юнитов, теперь только для юнитов в гарнизоне данного города. Здесь вот следующим ходом поставлю броню из адамантия. Ну, правильно. Раньше это просто как дополнительный баф был. Причем очень хороший баф для всех войск. Теперь именно для обороны одного из городов. В
этим. Вот Мифрила не было. Так бы хотя бы Жнецов сделал. Попробовал Жнецов на его скорости. Ну что, сейчас лето должно кончиться наконец-то. Да здравствует лето. Е-е-е. Ничего себе. Так, значит, на Феникса броню из адамантия. Вот так. 13 мифрила, 22 адамантия. Блин, 10 ходов. Чё-то долго. Ну, 4 хода. Берем тут пока 9 ходов. 9 ходов это долго. Где у нас тут еще есть? 5 ходов. Нормально. 5 ходов, даже 4. Так, пока все. Фанатиков еще можно на мифриле где-нибудь. Хотя не, пускай пока так будет. Так, что у нас тут исследуется? Нерос. Еще одну теху можно. Страж воздуха. Давайте его. Стоим тут, посмотрим. Так, а эту армию я все-таки отправлю сюда. Пока лето. Тут же дорога есть. Как тут дороги-то проложены у меня? Так.
30 титана надо. Ну, он наберется сейчас. Так, поставить. Алтари знаний. У нас еще наука 810, 523 и 333 Атаю. Ну, в Атаю, по-моему, уже так стоят. Тут тоже, по-моему, какой-то был. Ну, вот сюда могу поставить пока. Или сюда, вот сюда лучше. Да и сюда можно, в принципе. О, 860. Норм наука. Так. Где там фиолетовый не подходит еще? Ну, дай бог, научная победа, по-моему, надо 4 вот этих техи из 6 эры. Не все, а 4 только. Так что я сначала научную возьму, потом производственную. Потом, наверное, на золото. Или на войска. Ну, в общем, на престиж и на еду уже, по-моему, не надо. Кто там императорский трон построил? Нашлись люди. Да я знаю, кто. Кто у нас тут один все строит. Чего это сразу? Один. Может, не один. Один-один. Так. Феникса тут можно построить? Можно, 3 хода, нормально. А в столице гильдию гематологов еще. Районов. Так, что тут у нас? Ну чё, хранитель дальше не идёт, что ли? Ну, он возле моей столицы стоит. Около твоей бывшей столицы, да? Ну, около моей бывшей. Сейчас у меня нет фактически столицы. Вот так, ты игрался. И тут я понял, что зря я спалил город. Ну, я не думаю, что хранитель может меня опередить по науке, потому что я во всей эры первый входил всегда. Как вы понимаете. Сейчас, кстати, не показывают. То есть мне только надо шпиона посадить к нему в город, чтобы видеть, что там да как. Но я думаю, что я впереди. То есть сейчас тебя будут наказывать за то, что ты маленького стража. Да, пускай обидел. Наказывает. Я просто перед тем, как выйти, хотел какую-нибудь гадость ему сделать. Вот, стража одного убил.
Так мог как-нибудь обойти? Там до него очень далеко идти. А вот можно 5 проховода купить, кстати. И 5 рыцанга купить. Если они есть. Ага, проховода нету, вот рыцанг есть. И вот гидромиль, кстати, можно купить. Ладно, рыцанга запустим. Я все равно города уже. Герои будут быстрее прокачиваться. А праховые орхидеи есть? И праховые орхидеи есть. Ну я ее добываю вообще, в принципе, конечно. Плюс 3. А мне 45 надо. Ну, нормально. Так. Все, что ли? Да. Ну а что, у меня всего 6 войск, у меня они быстро грузятся. Все, я в последнюю эру вышел. Следующий, 6-й этап квеста начался. 4 алтаря типа алтарь один. Какой странный квест. Отлично, у меня квест фракции. Убедитесь, что на карте присутствует одновременно 4 алтаря типа алтарь один. Да, они до сих пор это не исправили. Это алтари прах. Ясно. Спасибо. А то я бы сейчас перебирал по очереди все алтари тут. Так. Что за город Пэрриан? Есть какой-нибудь такой? Производство. Какой город? Пэрриан. Да, это мой город. Тебе надо его захватить? Да. Очень не рекомендую. Очень прям вот. Леш, вот пока у меня еще есть 6 тысяч, на которые я буду ходить, я на тебя сейчас нападу самый грозный арм. Классно. Вот прямо на твой город ближайший. Сейчас они только соберутся вместе. Да, какой для тебя ближайший город, расскажи. Ангрин. А, окей. Ну, чтобы я туда подвел хоть чем защищаться. А в какой Пэрриан? В какой это районе? Легче было, направо. Идти. А? Направо иди. Ну, в смысле, вот те просто все время... Вот Ведра видишь, где район, да? Еще раз. Ведра. Ну, well, вот не... да. Ведра. Ведра. Да, вижу. А вот нет, тебе... подожди, не то. Ну вот ниже твоих синих границ. Блин, вот где границы со мной, ты видишь, где у тебя со мной границы прикасаются? Так, а вот Ведра я вижу. Так. Ну вот тебе надо вниз идти. Оттуда. Блин, что так далеко-то? Ну он не близко, да. Заходи в твой город, пусть мне что-нибудь другое. Блин, я этой армии туда-сюда бегаю, надо возвращаться. Так, ничего тут нового не построилось. Вот фанатик есть.
Так, Феникс. А, этот Феникс пускай тут и висит. О, слушайте, а тут долго открывается уже. Не так быстро оказалось, как я думал. Варежки. Авто или вручную? Авто. Ну что, все? Ну, у меня все. Герои сами продадутся. Спасибо за игру. Вам тоже. Сейчас надо будет героев Владык Праха купить. Все-таки в одних пустынях играть ими тяжко довольно. Надо хоть как-то. У меня в столице. Ну ладно, выходи там. Ничего компьютер уже не сделает за меня. Да, давай. Того у нас осталось трое, да? Да. Я тебе синий говорю, что хранитель пойдет на тебя. Может, ему до меня очень далеко идти просто. Пускай тут. Просто я подготовься. Я как раз догнал, да, 1000 ход у меня теперь престижа. Страшно. Империя Маледикта потерпела неудачу. Так, сейчас надо будет купить героев Маледикта, если они есть. Так. Так, это эксклюзив. Четвертый. Все 4 июня уровня. По-моему, герои Маледикта не продались, потому что я их не вижу на рынке. Наверное, что-то пошло не так. Так, ладно, мне надо потратить, видимо, деньги на... Вот. На алтарь добычи, ну, который на прах. Раз мне подсказали, что по квесту его надо. Может, они на следующем появятся? Раз. Два.
4. 900 надо. Могу я что-нибудь продать на 900? Не, вряд ли. Тут все надо. Ну, следующим ходом поставлю, господи. Короче, вы знаете, что я сейчас скажу. В смысле, знаем, что ты скажешь? Ну, зима пришла. А-а-а. Суща такая тварь. Зима, это, кстати, хорошо, что она пришла. То есть, хранителю будет далеко идти. Что-то грабят. Тут что ли? Да. Да, видите, 3 из 4. У меня последнее осталось поставить. Наверное, рядом со столицей. Плюс 1К. Кстати, что с героями появились? Нет. Ничего не появилось. С 1997 года 2GIS выпускает одноименный электронный справочник с картой городов. Кстати, это компания из Новосибирска, кто и не знал. 2GIS знает народные места, Хитровку в Москве, Пять углов в Санкт-Петербурге, тещин язык в Новосибирске или домино в Екатеринбурге. А в некоторых городах есть даже специальные слои, цены бизнес-ланчей, точки доступа к Wi-Fi и многое другое. Важное качество сервиса – актуальность и полнота данных. Справочники обновляются постоянно, а недавно вышел полностью переработанный мобильный 2GIS для всех платформ. Заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте. Так, объединил фениксов. Давайте Атмоса. Блин, не успею. Дополнительная атака. Нет, у меня Палладия мало. Неплохо. В принципе. Что за аура устрашения? Минус 25 инициативы. Неплохо.
О. Так, обыщите руины в регионе Исрин с героями из неистовых магов, магическим скипетром и с двумя ведьмами не ниже 6 уровня. Так, а что за ведьмы? О, блин. Хрен, куда идти надо. А ведьмы, что за ведьмы? А, может, герои ведьмы должны быть? Ну, 6 уровня у меня есть. У меня даже трое вон. 8, 7, 6. Так, что-то я не понял немножко. С двумя ведьмами. Я вроде открыл всех юнитов магов, но... Слушайте, а что это за юнит ведьмы такие? Мне по квесту надо с ними ходить? А, может, колдун? Ну это ж не ведьма. Не знаю. Очень чего не знаю, такого не магическим скипетром, то есть должен быть какой-то квестовый предмет, но я его тут не вижу. Блин, опять я не успел походить. Да, ёлки, да как же вы мне надоели. Ой, блин. Всё, осада снята. Так, ух, сколько у меня очков престижа-то. Нормально. Так, полетим тут разбираться. Бо уже надоели.
Так, гильдия климатологов и башни построим. Да и райончик можно. А, тут, блин, этот. Не успел я что-то ходить. Походу тут меньше таймер сделать, то ли я такой тугодум. Так. Мне бы праховода, Эдсанг и праховая орхидея. Что-нибудь из этого есть? Ну, гидромиль, кстати, есть. Праховая орхидея дорогая. Купим одну штучку. Эдсанга только что... Купим и... Гидромиль. Нам 26, что ли, надо, да? Да. Так. Экстрактор титана. Тихо, навстречу друг другу и зачищу тот район, наконец, то. Так, а эту армию, наверное, в Рандаре надо перекинуть из Ангрина. О, лето наступило как-то быстро. Так, я вроде Атмоса хотел построить, кстати. Уже не хватает титана на него. Прохода вообще даже нету просто вот в списке. Ну, золото можно продать. Он так дороговат. Все, сразу снизилось. Так. Редсанг есть. Одна штука. Давайте-ка лучше мы тут... Так, кто-то титан скупает, кстати. Ну, давайте я адамантий с палладием. О, кто-то герой только что купил. Давайте-ка я ресурсы скуплю. А нет, лето не настало.
Это мне показалось. Кто-нибудь титан продает? Я вижу, что его только кто-то скупает постоянно на рынке. Есть такое дело. Что, хранителям науки не хватает? Ну как тебе сказать, всего не хватает. Да, надо алтари знаний ставить побольше. Так, где тут? О, тут уже поблизости синий. Надо следить, а то Пэриан пойдет захватывать. Никто не продает, да, титан? Я не продаю. Ну, с вами будет интересно. Торговать и то не дают. Нормально с нами, по-моему. Так, знаете что, надо создать чисто на, ну, на обычных ресурсах. У меня стратегических нехватка, а этих хоть завались. Или может на золоте? Хотя, нет, золото мне надо для алтарей. Так. Ну вот алтарей видно, который науку синеньким, который деньги желтым. Ну так, не очень, конечно, хорошо это все в интерфейсе сделано, по-моему. Давайте здесь еще поставим.
еще фанатиков тоже с оружием. 4, 10, 12. Третьего уровня без ресурсов. Ой, надеюсь, там никто мне войну не объявил. Нет. Следующий. Мне опять написало, что оранжевый потерпел поражение. Да, тоже. Переплавал. Что, тебе-то выжил? Да нет, вроде. Мне же уже один раз уже писало. Мне тоже написало. Только там прямо написано, что это ИИ. Не могу атаковать. Так, теперь с этими надо будет разобраться. Ну, на ум всех переключить. Ну, блин, бы еще нападут, понимаете? Поэтому на производстве и строю юнитов. Куча всего закончил. Да. О, кстати, присоединю наконец этого Феникса. Общей армии. Ну, чё он не выбирается? Теперь понятно. Так, надо будет с этой Дире у ней наконец-то разобраться. Так. Что, два хода где-то? Что два хода? Зима. Ну да. У меня пишет от одного до двух. Ну да, мы тоже. Но, скорее всего, будет по максимуму по себе. А, я хотел... Во. Праховая орхидея классная штука, она 20% ко всему дает. Это очень неплохо. Так, кровавый кристалл, кости титанов и редсанг. Ты решил меня благодарностями завалить? А что делать? Почему бы и нет? Так, патриотизм. Сейчас я открою разностную машину, по идее. И у меня науки еще больше. А, следующим ходом. Ну, следующим ходом открою.
Если у меня поменьше будет денежек. Алтари добычи прекратили свою работу. Да я не буду с ними разговаривать, просто убью и все. Надоели. Надоели ко мне ходить грабить. Мне нужно больше титана. У меня титана дофига, но мой соперник этого не знает. Ура! Так, минус 100% вставления на юниты, но это не страшно. Главное, что лето наступило наконец-то. Так, вот сплавы вечных уже быстрее пойдут. Семь ходов. Отлично. Шесть ходов уже веселей. Так, ну у меня уже мифрила нормально, может, давайте чуть улучшим этого феникса. Адамантий. Опять адамантия, нехило. Давайте построим такой один. На этом пока все. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, раз вы досмотрели до конца. Продолжение будет через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.